20 декабря в администрации губернатора Астраханской области состоялось торжественное вручение вице-президента фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой ордена княгини Ольги III степени. Орден Лейле Алиевой вручил митрополит Астраханский и Камызякский Иона. В церемонии приняли участие члены прибывшей в Астрахань азербайджанской делегации, представители общественности Астраханской области. Отметим, что патриарх Московский и всей Руси Кирилл своим распоряжением от 1 октября 2013 года наградил вице-президента фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву орденом Святой Равноапостольной княгини Ольги III степени за помощь в установке памятника князю Владимиру в Астрахани и в связи с 1025-летием крещения Руси, а также за многочисленные заслуги в сфере укрепления дружбы между Россией и Азербайджаном. Высокий статус этой награды подтверждается тем, что данным орденом награждаются женщины за заслуги на различных поприщах церковного, государственного и общественного служения. Ранее ею были удостоены председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко, экс-президент Латвии Варя Вики Фрейберга, великая княгиня Мария Владимировна Романова.